микрорайоне Сходня открыли библиотеку номер 4. После нескольких лет поиска подходящего места учреждение открыло свои двери для читателей в уютном просторном помещении. С долгожданным событием химчан поздравили почетные гости. Книги перешли в цифровой формат. Это и электронные книги, да, электронные читалки, это и аудиокниги, когда в удобстве едешь в автомобиле и слушаешь аудиокниги, это замечательно. Но отрадно, что и классические книги сегодня востребованы, классический формат книг. Это здорово, здорово, что у нас в Сходне наконец открылась взрослая библиотека. Классический формат библиотеки не исключает инновации. Сотрудники постарались разнообразить новшествами и книжный фонд, и сам подход к работе с клиентами. Мы планируем не просто какую-то стандартную библиотеку, а с новыми локациями, для новые методы работы внедрить в библиотеку. И, конечно, у нас в приоритете старшее поколение. Помещение искали и согласовывали вместе с жителями. В итоге выбрали дом номер 6 по улице Мичурина. Библиотека номер 4 имеет в своем фонде почти 6 тысяч книг. После открытия здесь можно будет не просто найти необходимую литературу, но и интересно провести время. Сама по себе библиотека уже является центром притяжения, культурным центром, в котором есть и доступ в интернет. В нем проводятся лекции, мастер-классы, творческие вечера, литературные вечера. Каждый человек может сюда прийти и всегда найдет себе здесь занятия по своему интересу. Развитие Химкинской библиотечной системы проходит при поддержке губернатора Андрея Воробьева и главы округа Дмитрия Волошина. В рамках модернизации библиотеки превращаются в современные центры интеллектуального и культурного досуга. Елена Тараненко, Дмитрий Бочаров, новости Химки ТВ.